Мне 23 года, и иногда мне кажется, что я живу впустую. Я слишком глубоко чувствую окружающую красоту. Сердце рвется на части. If I could save time in a bottle, the first thing... Я так рад, что ты здесь. А почему? Ты мне нравишься? Ты мой человек. Я чувствую тоже. Я ухожу в армию. Зачем ты записался? Порой мне кажется, что я уже видел все, что должно случиться. И это кошмар. Единственное, чего я достиг, я не погиб. У меня шум в голове. Все пройдет. Однажды он замолкнет. Не представляю, чтобы кто-то мог ограбить банк, не будучи в полном отчаянии. Я слишком давно этим занимаюсь. Все уже знают, как я выгляжу. Я уверена, ты справишься. Я люблю тебя. Вы можете вспомнить встречу с той, кого любили больше всего? И точно рассказать, как все было? Что вы в ней увидели такого, что подумали, да, за этим я сюда и пришел? Порой мне кажется, что я уже видел все, что должно случиться. И это кошмар.